спортсмен красного весовой категории 50 килограмм Владимир Шаньяц. Понятно. Спортсмен черного весового Александр Филиппов. Бетон сырой. Снизу, снизу, спереду. Снизу, снизу попробуй. Дерни рукой ногой, да. Бросок через бедро. Выполнен без труда на лице. У меня в гостях знаменитый чемпион Республики Беларусь по тайскому единоборству Андрей Палаткин. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в хорошей ли форме находится сейчас наш участник Александр Спиридонов? У него была многомесячная подготовка перед соревнованиями. Он хорошо готовился. Каждый день по трехчасовой тренировке. Все хорошо тренировался, решал свою задачу. Скажите, пожалуйста, перед боями он не выпивал ли, не бледовал ли? Ну, насчет выпивать я не знаю, но бледовать он точно бледовал. Значит, форму он немножко потерял. Ну, как вам сказать, может и приобрел. Может быть и приобрел. Да, вполне возможно, потому что водка не всегда плохо работает на организм. Поэтому все может быть и возможно. Перед он в лучшей форме, в которой мы сегодня можем его наблюдать. А, нет, еще не все. Первый. Бой! Один из самых красивейших поединков сегодняшнего дня. Вечера, дня. Ну, это кому как. Для него, возможно, даже утро.
Мы поздравляем нашего подопечного Александра Спиридонова с победой. Чего вы в турнире? По ушу. Сань сказал, простил. Я. Yes, yes.